Всем привет, с вами Прия. Фарм голды – это довольно-таки приятное занятие. Ты занимаешься, скорее всего, соло-контентом, никто тебе не мешает. Фарм чистой голды – это вообще в принципе приятное занятие. То занятие, при котором ты напрямую отслеживаешь, какое количество голды ты получил при каком-либо затраченном времени. Это весьма интересно и занимательно. То есть часик посидеть, там что-нибудь пофармить, что-нибудь дропнуть интересного такого и просто продать торговцу в большом количестве и залутать этого миллиарды золота. Ну ладно, окей, миллионы. В принципе, весьма неплохо. Сегодня мы поговорим о фарме старых рейдов, весьма с помощью особой механики. Фарм старых рейдов приносит всегда голды весьма неплохо. К тому же падают различные маунты, питомцы. Питомцы на продажу, маунты для личного изучения. Ну а те эпики, которые падают, конечно, зачитываются и в трансмог в текущий момент, и также они засчитываются как просто итемы на продажу. С этой целью мы пойдем в старые рейды и пофармим голдишку. Посмотрим, сколько получится, поговорим об рейдах, которые нужно в текущий момент проносить, и каких боссов там нужно убивать. Но первым делом, конечно же, подготовка. Подготовка к фарму какому-либо, в принципе, проста, к фарму рейдов еще проще. Нам нужны свободные слоты, но я думаю, штучек 30 нам хватит. И, конечно, если у вас в текущий момент почти голд кап голды, то лучше голдишки на какого-нибудь персонажа отослать, чтобы просто-напросто эта голда не ушла в оверкап и не пропадала. Надо бы отправить, чтобы ровненько голдишки было, и в итоге мы будем прекрасно все это отслеживать. Ну а для того, чтобы начать тот голд фарм, о котором сейчас пойдет речь, нам нужно портнуться в гарнизон и найти провидца, изгоя клана Призрачной Луны. Конкретно у Альянса он сидит здесь, но, думаю, у Орды тоже где-то рядом с ратушей находится. Нам нужно чистить определенные кварталы дренорских рейдов. А именно, мы будем зачищать падение Архимонда у Черных Врат. Это цитадель Адского Пламени, нам там нужно будет убить только Архимонда. Мы будем убивать Террасу Разрушителя, там мы будем убивать только Закуна. Мы будем килять оплот тьмы, там мы убьем двух боссов, это Искар и Секретар. Секретар находится достаточно близко, поэтому его можно кильнуть. В залах крови мы убьем Совет, и получается в следующем рейде Литейная клана Черной Горы мы зайдем в Железный Цех и быстренько шлепнем Дармака. Начнем же? Ну а перед тем, как начать, я подрублю таймер, чтобы можно было отслеживать, сколько времени мы на это затратим. Также, чтобы сэкономить некоторое время на последующей продаже различного лута, рекомендую вам скачать модификацию Scrap и назначить бинт на какую-либо кнопку с целью того, чтобы потом подойти к торговцу и одной кнопочкой абсолютно все продать, весь ненужный нам шмот. Искар, конечно, босс весьма тянучий в плане своей механики, но, в принципе, я думаю, у любого класса есть сейчас какие-либо доты, и от дота он спокойно затикает какой-либо. Ну окей, я играю на протоваре, допустим, могу просто топорики в него кидать. У него остается один хп, хоть что мы абсолютно будем делать, надо просто дождаться того момента, когда он упадет на платформу. В формате LFR даже не обязательно глазик брать. Не забываем о том, что после убитого Искара мы продолжаем свой путь и идем на секретара быстренько. Трэш по итогу, наверное, просто савейдится. Ну, посмотрим. Если он все-таки придет к нам, то мы его зауешим. Если нет, то невелика потеря. Последний квартал, который интересует нас в цитадели Адского Пламени, это залы крови. Нам нужно убить Совет. Это был последний квартал, который интересует нас в ЦАПе. Следующим кварталом будет являться квартал Литейной клана Черной Горы, а именно Железный Цех. В нем мы убиваем только Дармака. Потратив чуть-чуть времени, мы уже получили целую 1000 золота. А также мы не забываем про
то чистое золото, которое получили еще с убийств боссов. То есть мы убили босса, мы получили с него какое-то определенное золото. На момент старта видосика, если вы могли заметить, было 9 миллионов 980 тысяч. Посмотрим, что будет в самом конце. Какие-то перманентные дезориентации. Я хотел убить трэш, подведя его к боссу, но, в принципе, ладно. Сначала расправимся с трэшем, а потом убьем босса. Ну что ж, прекрасно, после определенных манипуляций, после прохождения таргетных каких-либо кварталов поиска рейда, мы получили достаточное количество золота. Теперь мы переместимся к следующему контенту, контенту Пандарии. Там тоже есть очень много кварталов, которые ценны по своему луту, и они принесут весьма неплохое количество золота. И если в текущий момент ваш основной камень не привязан к святилищу 7 звезд, ну или святилище двух лун, у Орды, по-моему, так называется это святилище, мы просто делаем телепортацию в наш главный город и находим портал в Нефритовый лес. Далее нам нужно прилететь в Вечно Цветущий Дол и поговорить с определенным мопчиком, который также будет отправлять нас в Улфаэры. Прилетев к дворцу Могушан, который находится в Вечно Цветущем Доле в Пандарии, мы будем искать такого мопца под именем Хранитель Истории Хань. У него также мы пройдем определенные кварталы поиска рейдов, а именно, это будут Стражи Могушан, это будет Ужас, надвигающийся на сердце страха, это будет Кошмар Шекзир, также Терраса Вечной Весны. Если рассматривать рейд Престол Гроз, то это последний оплот Зандаларов. Далее, Забытые Глубины, Вершина Бурь. Ну а самый ластовый рейд, если рассматривать Асадар Гримара, то это Подземная Крепость. Начнем прохождение, также вычищаем абсолютно всю сумку, ставим таймер и поехали. Стражи Могушан. В Стражах Могушан в первом квартале нам нужно убить всех трех боссов. Трэшевые собаки не особо классно агрятся, но сведя их всех под босса, можно ауешнуть и налутать какого-нибудь серого добра, которое можно просто-напросто торговцу в дальнейшем продать. Также не забываем про частицы гармонии. Они весьма неплохо на аукционе стоят там 9-10 золота, но все равно это голда. Чем больше мы ее лутаем, тем лучше. Ведь основная наша цель это именно gold farm. Поэтому мы выносим абсолютно все, что падает нам как с мобов, так и с рейда. Хотелось бы, конечно, дропать побольше каких-нибудь там пушечек, ведь они действительно стоят дороже. Ну, ладно, неки, плащи, ступни, пойдет. Подождем душелова, он наделает еще пару кругов на своей виверне, только потом спустится на платформу. Мы никуда особо не торопимся, поэтому так уж и быть. Подождем немножко. Есть идея, конечно, кидать монетки, но я думаю, монетки лучше оставить на какие-нибудь там дальнейшие прохождения. Не знаю, выгодно это или нет, надо будет изучить этот аспект. Рядом стоит Бронзоборот, который охотно скупит у нас абсолютно весь хлам, который мы надропали при прохождении рейдов. Ну, иначе это не назвать, это реально хлам, который не нужен нам. В надвигающемся ужасе, сердце страха, первый квартал, мы убиваем также абсолютно всех боссов трех, и делаем это с трэшем. То есть трэш также даст нам какое-то определенное количество серых вещей, какую-нибудь там зеленку можно надропать, сейфы, то есть что-то полезное дропнуть можно. Самое главное не словить какой-нибудь станчик перманентный, а так все в принципе неплохо. То есть трэш пулится, трэш не вейдится, все идеально с ним. О, начинается веселье, окей. Как раз тут уже начнем АОЕ, начнем пул платформ. Трэша много, зеленки должно упасть много различной полезной. Ну, я надеюсь на это, иначе смысла убийства этого трэша не особо много. Вот она, зеленочка подъехала, как хорошо. Самое главное при пуле второго босса, как я считаю, просто быстренько влететь в эту комнату с целью того, чтобы инструкторы не разбежались, и их можно было сразу ауешнуть. Трэш, который стоит в комнатах, сразу придет к нам. Да еще и босс активируется. Это просто сказка.
Дождемся, пока выведем из вихря. Такова механика босса. Я не успел его быстро шотнуть, потому что играю в танки. Быть может, это ошибка скоростного фарма. Но босс умер, это идеально. Или меня не отпустят из этого вихря. А, окей, хорошо, решаем эту проблему прямо сейчас. В принципе, неплохо. После того, как я покрутился в вихре какое-то время, меня просто-напросто выкинуло из игры. По идее, лут придет на почту, я не особо насчет этого комплексую, но неприятно такие ситуации видеть в контенте старом. После, конечно, долгих манипуляций над игровым клиентом я прогружаюсь потихоньку, и так как я гружусь в сердце страха, по идее, меня не выкинуло. Если я сейчас продолжу крутиться на одном месте, будет весьма забавно и интересно, потому что перенестись из подземелья, как я хотел сделать изначально, я просто не смог. Ждем. Ну, надеюсь, все будет хорошо, хоть это старый контент, но он должен работать по-нормальному, ведь такая ошибка может быть у кого-нибудь там при выполнении достижений или еще при выполнении чего-либо. Ну, прекрасно, меня отпустило из вихря. Так как я зашел относительно быстро, я могу пролутать трэш, я могу пролутать босса, то есть я потерял лишь только какую-то часть своего времени на текущий вот этот релог, на текущий момент, когда я просто-напросто перезаходил. Включаем таймер вновь и продолжаем наш увлекательнейший фарм и убийство боссов, сложных, между прочим. Перед Горолоном мы 100% убиваем весь трэш, потому что без убитого полностью трэша, насколько я правильно помню, он не призовется. Мамонта тут поставить нельзя, а уже почти вся сумка захламилась. Надо будет какого-нибудь торговца вызвать или что-то типа такого. Потому что зеленки с этого трэша она падает весьма неплохо. Но если, конечно, что-то не лутануть, конкретно с какого-либо босса, это придет по почте. Но все же лучше лутануть сразу, чем надеяться на какую-то там почту. Просто стоим на месте, немножко делаем шаги назад, не попадаем в фиолетовый кружочек и не ловим от этого станы. Вот и все, квартал закрыт, и мы портаемся отсюда. Стартуем в кошмар Шекзир. Там нам также нужно будет убить трех боссов, но делаем это мы уже без убийства трэша. Просто идем и убиваем боссов. Трэша там мало, поэтому мы не акцентируем на нем внимание. Вы бы могли обрадоваться, то, что это трэш-мобы, но нет, это все мобы, связанные с боссом. И никакого лута с них не упадет. Увы. Хотелось бы, конечно. Также нам будут падать токены при прохождении рейдов, но их просто-напросто мы продаем торговцу. Это выгоднее. Просто влетаем в босса и спокойно убиваем его. Я не думаю, что трэш на нас сагрится. Хотелось бы, конечно, быстрее все эти рейды зачищать, но, увы, механика не позволяет. Приходится послушать диалоги боссов, посмотреть их различные фазы и все такое прочее, чтобы насладиться этим контентом. Кстати, упали три пушечки по 33 голды. Можно уже так посчитать, что количество получаемой голды весьма неплохое. Не учел я этого моба сзади, потерял на нем немножко времени, но не стоит даже переживать, там всего-то секунды 2-3. Вот и еще один квартал зачищен. Покидаем группу для прохождения подземелья. Следующим кварталом, который нас интересует, будет терраса Вечной Весны. Да, там весьма долгие анимации, там появление боссов и все такое прочее. И чтобы первого босса спулить, нужно трэш покилять. Но, в принципе, рейд все равно чистится достаточно быстро, и мы берем его в свое внимание. Убиваем абсолютно в любой последовательности. Лута нам никак не прибавят. Ну, был бы это обычный какой-нибудь режим, там падал бы шмот элитный. Но тут такого не предусмотрено. Киляем боссов по соло-таргету, так как в тот момент, когда мы убьем кого-либо босса, все другие восполняют здоровье. Цулон оставляет нам свой ларь.
выйдя из боя, мы его вскроем и, конечно же, получаем кучу оружия для продажи. Далее мы стартуем в последний оплот Зандаларов. Нам нужно убить всего лишь одного босса, Джинрока. В принципе, если мы спулим трэш по приходу к нему, это достаточно неплохо. Но пулить его специально, не знаю даже, есть ли смысл. Ветер шерстяная ткань, я помню, из нее раньше плащи шились. Не знаю, полезно ли это в текущий момент, но выкидывать ее ни к чему. Оставим на будущее. Далее забытые глубины. Нас интересует только один единственный босс, черепаха, Тартос. Но за последнее время мы вошли в слишком большое количество подземелий. Что нам стоит сделать? Ну, просто подождать какое-то определенное время. Вот и все. Те кварталы, которые нам нужно пройти дальше, это вершина бурь. Нам нужно будет убить там Кона и сестер-наложниц. Ну а также подземная крепость под Аргримаром. Там нам нужно будет убить всего лишь одного босса, Малкарока. Увы, в текущий момент показать я это не могу, но даже мы сделали самые обычные действия, что мы дропнули за все это время, пройдя определенное количество частей поисков рейда, мы получили 4300 голды, 2 сейфа, 2 духа гармонии, которые продадутся на аукционе еще по 100 голды, и 9 ветрошерстяной ткани, мы учитываем абсолютно все. 4500 голды, в принципе, за достаточно короткое время. Делать это на каждом персе, конечно же, стоит, почему бы и нет, пригнать заранее своих персонажей в гарнизон и просто стартовать в ЛФР по вот этому внутреннему КД данжей, чтобы самое главное не ловить такую надпись, что мы вошли в слишком большое количество подземелий. Да и все. Прекрасный фарм, я думаю, вы им воспользуетесь, он очень удобен, вы абсолютно ни с кем не конкурируете, во-первых, во-вторых, вы получаете чистое золото, в-третьих, вы наслаждаетесь этой игрой, проходя старый контент. Я думаю, многие, кто в текущий момент только недавно начал играть, не знают о том, то, что в старых рейдах можно весьма неплохо голды выформить, ну а также какие-то, может, диалоги вас развеселят, и вы узнаете чего-либо нового об истории Азерота. Всех вам благ, счастья, здоровья. Подписочку жмите, колокольчик жмите, лайк-дизлайк, оценка видосика, любая приветствуется абсолютно. Хочется узнать ваше мнение о текущем конкретно таком вот фарме через поиск рейда. Берегите ноги, до скорого.